Привет, это Вести, это шоу, в котором я сравниваю различных людей. В прошлый раз мы поговорили о Лололошке и об Ивангае. Кто победил? Вот тут вот вы это видите. Да? Ожидаемый результат? Нет? Ну, тогда я не знаю. Сегодня мы затронем тему футбола и поговорим о двух наикрутейших футболистах. Да, о Месси и о Рональду. Мы начинаем, не переключайся. Кристиано Рональдо, или же Криштиано Рональдо Дус Сантус Авейру. Родился 5 февраля 1985 года, Португалия, Фуншал. Естественно, имеет португальское гражданство. Футболист, выступающий за испанский клуб Реал Мадрид и за сборную Португалии. Является лучшим бомбардиром в истории португальской сборной. Обладатель золотой бутсы 2008, 2011 и 2014 годов. В 2008 году стал лучшим футболистом в клубном европейском футболе по версии УЕФА, а также лучшим игроком Лиги Чемпионов. Получил золотой мяч как лучший футболист Европы. Свою карьеру начал, играя за молодежку. Сейчас же играет за Реал Мадрид под 7-м номером. Лионель Месси, или же Лионель Андрес Месси. Родился 24 июня 1987 года, Росарио, Аргентина. Естественно, имеет аргентинское гражданство. Футболист, выступающий за испанскую Барселону. В 2007, 2008 и 2010 был лучшим игроком чемпионата Испании. В 2009 году Лионель Месси был признан лучшим футболистом в клубном европейском футболе по версии УЕФА, а также лучшим нападающим Лиги Чемпионов. В 2009 году стал обладателем золотого мяча. 7 января 2013 года Лионель Месси стал футболистом, первым, кстати, в истории, который получил золотой мяч 4 раза. Играет за Барселону под номером 10. Ну а мы начинаем сравнивать. Голосуй за персонажа, который тебе больше нравится в моей группе ВКонтакте. Ссылка внизу. Свою карьеру Месси начал в 1992 году. Рональдо начал на год позже, в 1993. За всю карьеру в большом футболе Месси забил 250 голов и 31 пенальти. В общей сложности играл 22 555 минут. Рональдо же забил 278 голов, 53 пенальти. А играл 29 267 минут. Конечно же, эти игроки играют и сейчас, так что данные постоянно обновляются. Не знаю, как это может повлиять, но, возможно, это будет просто интересно. Рост Месси 169 при весе 67. Рост Рональдо 185 при весе 80. Рональду 29 лет, Месси 27. Месси почти всегда играет за Барселону. Кристиано играл сначала за Манчестер Юнайтед, а потом и сейчас за Реал Мадрид. За сезон 2014-2015, который длится и сейчас, Рональдо сыграл 9 игр, из которых 17 голов. Месси в этом же сезоне сыграл 10 игр, из которых 7 голов. Рональдо является популярным лицом и секс-символом многих девушек. Месси тоже часто появляется в интернете, но не так часто, как Кристиано. У Месси есть сын, Тиаго. У Рональдо тоже вроде есть сын, но имя его я не смог найти в интернете. В общем, это все, что теоретически нужно знать об этих ребятах. Голосовать вам. Ссылка, как я уже и говорил, внизу. Так что голосуйте. Ну а с вами был Криштиано Месси. Всем пока, удачного дня. Привет, это Виси. Да, я буду именно так называть. Это шоу, в котором я сравниваю различных людей. В прошлый раз мы поговорили о Путине и об Обаме.